А вот, друзья, и новая серия подъехала. Всех приветствую на YouTube-канале Дальнобой 2001. Друзья, ну что, выгрузился я в Тольятти, созвонился с логистом, выслали мне не координаты, а фотографию заявки. В общем, еду я грузиться в город Самара, там Ростовский переулок. В общем, на другом конце Самары, чем мне всю ее по объездной обходить, только ехать туда часа два, 120. Ну, что сделаешь, поедем. А грузимся мы на Дмитров, Московская область. Ну, по пути вообще тоже шикарно, в принципе, так. Сегодня загрузка, 18-го выгрузка. Ну, пойдет, что по срокам, что сделаешь. И какой еще момент. Загрузка, я так понял, через верх будет, стройматериалы какие-то, а выгрузка уже через бока. Надо будет два бока раскрывать, типа, я так понял, по заявке. Ну, что, справимся, я думаю. Так, и еще какой момент у нас был, у меня вылетел с головы. Ну, в принципе, все окей. Едем потихонечку туда. Туда и показывают без пробок, без каких-либо проблем. Вот я что переживаю вечером, как мы будем возвращаться на Москву, что там будет с движением. Я думаю, разберемся, не впервой. Поехали, друзья, погодка шикарная. Так что с кайфом едем на загрузочку. Так, друзья, заезжаем позавтракать. Сейчас позавтракаем, доедем до места и там пока грузить будут, отдохнем. Потому что сейчас такой момент, такой вялость какая-то. Это сейчас позавтракаем, кофеечек, чаечек, чаечек. И дальше в путь. Решил я в лесном дворике остановиться, не знаю, что-то потянуло сюда. Надеюсь, не разочаруемся, перекусим нормально. Местное время, это 10:30, пора кормить людей. Погнали кушать, завтракать. В общем, друзья, позавтракали, что хочу сказать, ерунда, вообще не очень. Как сказать, покушал один раз, и одноразовый кафе, больше не приедешь, что кушать, потому что, ё-моё, вода, блин, с мясом. Никакого навара, ничего нету. Поехали на загрузочку, ждут нас уже там. В общем, друзья, еду, жарёха, капец. Солнце пекет, на улице 34 градуса. Нормально успели. В общем, тут стояночка, вот, друзья, смотрите как. Ночевал когда-то с батей я в детстве, а мы на Казахстан бегали, наверное, лет мне 16 было. Здесь мы отстой делали и потом на Казахстан, на границу. Вот 17-й был тогда, скамейка у нас была, Ирка. Ох, было время. Сейчас бы с удовольствием тоже на Казахстан рванул. Алматы куда-нибудь, Шымкент. Едешь себе, едешь, ровно дорожечка верблюдов смотришь. Только не сбей. Ну ничего. Будет еще время. Какие наши годы, сгоняем в Казахстан и куда только можно. А пока едем грузиться в Самару. Красота. Мост весь расплавился, дорога, блин. Все растеклась. Там много машин казахских, киргизских. Большой привет всем, кто с Казахстана, кто с Киргизии, с Узбекистана. Пламенный вам салам алейкум. Есть оттуда подписчики, пишут комментарии. Так, что, жара, прям чувствуется через лобовое. Так, друзья, в общем, доехали мы до круга. Развязки, как скажем, на Самару. И куда он там? Оренбург. А прямо это Волгоград. Все, первый съезд наш направо. Заходим в Самару. Показывает все свободно, никаких пробочек, ничего там с краешку будем грузиться. Так что отлично. Километров прямо, друзья.
36 градусов. Красота. Интересно, груз написан стройматериалом, но не знаю, как он будет выглядеть. Надеюсь, крепить ничего не придется, что-нибудь там аккуратное положили. Плиточки там, я не знаю, палеточки какие-нибудь. Посмотрим, уже на месте. Направо, хорошо. Тут Роснефти полно. Так, кирпичи какие-то нарисованы по дороге, не пойму ничего. Ну просто из-за ремонта, наверное, эти виляния. 600 метров. Поверните на... Опа. Мишанька дозвон кидает. Сейчас доедем, позвоним нам, пока навигатор нужен. Мишаня, помните на рыбалку, с кем ездили? Сейчас ему перезвоним, доедем когда. Моя бабушка читает газету «Жизнь». А я сижу, курю, смотрю на нашу сцену и странную. Знаете что, меня все так радует, правда. Особенно эти дамы, стены экрана, все такие. Такие румяные, всегда в дружбе. Вечно на движении, что сверху. А я дома, с пультом на диване. Видите, как близко деревня, так что побольше берем, не трёмся. Белый тент вот этим и плохо, что на нем сразу видно эти все полосы от деревьев. Будет глаза резать. Так, налево он поехал. Заворачиваем, друзья, вот сюда. В общем, этому звонил человек, который там на этом месте находится. Бригадир или кто там. Говорит, навигатор забивай, приедет, приведет. Смотрите, арматура торчит. Как бы нам тут встать, чтобы, если что, с той фуры разъехаться. Да и проезд оставить. Вот так встанем. Все, друзья, приехали. Ручничок, нейтраль. Пойдем пешочком узнавать, что и как нас тут ждет. Пойдемте, друзья, надеюсь, какие-нибудь бордюры на палетах, что-нибудь такое легенькое, ну не легенькое, я имею в виду, что-нибудь попроще, чтобы не крепить, не лазить там с ремнями этими. Правильно, приехал я, сейчас фуру будут тут грузить, кран залит, сейчас на обеде все кушают, обедают. В общем, спросил, что грузить будем, трубы вон те, по-моему, красные грузить, по-моему, это вообще легкий груз, только с ремнями придется лазить там, крепить их. Ладно, что сделаешь, разберем. В общем, друзья, сразу к делу перехожу. Пришли ко мне грузчики, говорят, мол, друг, ты до завтра здесь. Заявку переделали, грузить тебя некому. Мы сейчас все разъезжаемся, так что ты остаешься здесь. Я такой думаю, ну, пипец, что сделаешь? Звоню логисту, узнаю, логист говорит, да, так и есть. В общем, нахожусь на острове, думал, что развернуться, поехать куда-нибудь на стоянку. Взвесил все за и против, думаю, ну, что ехать куда-то на стоянку, сейчас что-нибудь случится, что-нибудь куда-то рваться, там еще не знаешь, куда ехать. В общем, заказал тоже вам лайфхак через Яндекс.Еду, там, покушать. Вот сейчас заказал, короче, оказывается, тут в Самаре Black Star Burger есть. Короче, заказал себе бургеров всяких там на пробу. Кто на то и выйдет, пока ты туда поедешь, сколько нервов потратишь, будешь туда мотаться, тем более дорога, вы сами видели, плохая. Секундочка приветов, хочу передать пламенный привет Владику и Елисею, моим юным подписчикам из города Кирова. Давайте, друзья, растите крепкими, здоровыми и слушайтесь родителями. Всего вам хорошего, наилучшего, приятного просмотра. Так, братва, берем вот так. Угол смотрим теперь левый. Все, затащили левый сюда. Смотрите, там сверху что, чтобы не ударить.
все нормально, проходим. То мне показалось там, как будто рядом. Сверху видите отсюда, как вот железяки торчат. Лучше лишний раз проверить, чтобы не ударить. Ничего. Так, все, друзья, пойдем расчехлять крышу. Смотрите-ка, завалилась пирамида. Ну, это все, знаете, из-за чего? Потому что верхней балки не было, перекладины. Опа. Сейчас узнаем. Ничего страшного, если трубы, допустим, сверху загрузим пирамид. Или сейчас в кучку их туда сдвинем. Давай крышу откроем. Светлее будет. Слушай, а подскажешь мне этими пирамидами, как просто на пол расстелить лучше? Или убрать вообще вперед? Мне лучше на пол, мне кажется. Вот так, как есть, ложу их на пол и все. Да. Я думаю, ничего страшного, и сверху загрузим. А это я стекло вожу на них. Я сюда стекло в Самару привез, вот обратно. Гружу, видишь, спереди собранная так пирамида выглядит. Там в ящиках стекло ставят. Все, сейчас минуту. Все, говорит, как удобно. На метр длиннее стандарта. А, ширина? Ширина, как у всех, одинаковая. А длина на метр длиннее, чем стандарт. Фуры были? Все, друзья, в общем, кидаем их на пол и вставляем ремнешки, подготавливаем. А, там есть почву, так скажем. Скорее побольше завяжешь, и ничего, можно сверху грузить. По 1.5 метра отступаем. Раз, 1.5 метра. Опа. Следующий. Здесь побольше ремней сделаем. И спокойно поедем. Следующий ремень. Вот здесь. И вот так вот одна партия будет. Ну так что выставляем, друзья, вперед. Вообще, работая с краном, всегда ждите того, что вам скажут. Расчехляйте штору боковую, чтобы видеть крановщику, его движения, маневры для кузова. Но я вам, в принципе, хотел это сразу сказать. Я это и ожидал. Короче, трубы по 110 килограмм где-то, говорит. Это же вообще ерунда. Вот эти вот красные. Так. Ну, нам по-любому надо открывать штору, чтобы ремни крепить.
Жара начинается, солнце припекает. Так. Опа. Конечно, лучше бы нам левую сторону было расчехлить. Его как раз подтянуть надо. Вот и все, вытащилось. Что, начало перед, наверное, отодвинуть, да? А? Перед, наверное, сдвинуть, да, сначала или как? А, у тебя баран, да, тогда вот сюда. Ну да, давай сначала туда. Так. Да. Вот, все пошло. Сейчас ее туда. А ну сразу, чтобы потом ту грузить, видеть тоже. Вот так вот, друзья. Легко и просто, можно сказать, в принципе, если доски не снимать, вообще лафа. Лучше открыть, чтобы не переживать, что крановщик что-то не увидит, стукнет. Вверх, вниз, что-нибудь ударит. Ролики потом не будут бегать там. Первый пошел. Знаете, почему не страшно? Трубы легкие. Ну, относительно легкие, чем железные были бы. А это что, нужна вам? Только не сломайте. А, подправь. Давай ее длиннее сделаю. И вот эту пику. Да, еще длиннее вот эту штуку вытаскивай. Палец. И вытягивай и в дырку. Там еще длиннее делается, еще. Все. Для управления. Друзья, ремни закинул. Трубы и правда не тяжелые. Так что затянем и все, окей, потихонечку попрем. Красота. Вторая партия. В общем, 18 труб по 9 будет, по 3-3, 3 раза по 3. Вот она, шторная романтика. Что сделаешь, вот Самара. Мостом находится. Тут что, одно и то же. Что у меня, думаю, показывают, как трубы выкладывают. Буду показывать, как крепить будем. Первую партию загрузили. Тут и начинается наша работа. Сейчас потихонечку будем увязывать,
чтобы время не терять. Смотрите, что мы сейчас еще поставим. Перекладины, которые убрали в долгий ящик. Вот как раз их выход. Так, интересно, что у нас тут грязно, пыльно. Как раз у них пока перекур. Так, по доскам опасно подниматься, потому что в центре досок тут слабо, можно проломать. Давай сразу по трубам попрем. Здрасте. Вот и все. Друзья, готово. Теперь ремни у нас на очереди. Смотрим, не перекрутились ли они. Все окей. Окей. Здесь у нас окей. Окей, надпись, значит, у нас должна быть с наружной стороны. Так, там окей. Все окей. Погнали к ремням. Погнали. И последний остался. И все. Доски на место. Так, друзья, уже вторую часть груза грузит. Снизу, смотрите, трубы больше диаметра положили. Поэтому всего лишь две. Груза, подай бог, 5 тонн набралось. Так что красота, налегке пойдем. Удовольствие от езды будем получать. Последние штрихи. В общем, что хочу вам сказать. В итоге хотели сверху грузить 3 трубы, но я бы не смог поставить перемычку верхнюю, поэтому сказал, что я не буду 3 трубу грузить. Прицеп у меня новый, перемычки должны стоять, тем более с таким грузом, чтобы не гуляло. Видите, как раз перемычка сейчас станет. И все. Так, сейчас ставим перемычки
Еще один ремень я бросил на всякий случай на жопу. Жопа же гуляет, как обычно бывает на поворотах там, с горочки когда. Так что тоже поберегем, подстрахуемся, так скажем. Пойдем перемычку сначала поставим, друзья. Опа. Так, все, братва, можно теперь вот так посмотреть, работает камера или нет. Лампочка горит. Все, затянул я все ремни. Все окей. Растягиваем теперь штору обратно. Тут я вроде вставил ее на место. Так что должно быть. Все. Окей, так, ну-ка, так, там гляну, как она сделана. На всякий пожарный. Ага, ну вот так. Как бы вот так. Все, вот так она будет. Ну, сейчас подтянем и подсмотрим. Погнали. Шторочка. А, подожди, доски забыл поставить. Сейчас эти ремни сбросим там. Они упадут все равно. Там не будет держаться. От тряски выпадут. Теперь нижнюю. Кайф, легенький. Все. Погнали. Тент какой пэткой пачкается. Так, теперь здесь надо проверить, все ли у нас нормально. На крышу не смотрите, сейчас мы ее как тент затянем, сделаем. Опа. О, все встало в свои места ровненько. Все и здесь окей. Так что погнали затягивать. Главное поймать золотую середину, не перетянуть. Ну, в принципе, по следу тут видно, до какого момента затягивать. Видите? Теперь следующий этап. Это у нас уже шнурочек. Погнали. Опа. Ой, мы с тобой сейчас тут и будем. Жара, друзья, вообще уже за тридцатку. Блин, весь потею. Сейчас быстрее все сделать, пойти помыться. И кайф. Документы. Надеюсь, все будет нормально. С диспетчером сразу решить момент. Будем сейчас звонить, проверять, пойдет, не пойдет. Чтобы к нам потом вопросов не было. А то я помню, когда работал, тоже там проблемы были с документами. Постоянно что-нибудь не додавали или ошибку делали. Теперь пусть логист проверяет, чтобы ему все устраивало. И все, и двигаем дальше. Можно будет выдвигаться. Зашторено. К ней вопросов нет. Вот помните лайфхак какой-то, ТикТока показывали, там кроновский или кёгелевский прицеп, что-то там как-то там они фиксировали дверь. Ну не знаю, тут такой движухи нет, таких скобочек как там. Ну может быть тоже как-то надо как-то поразмышлять, посмотреть. Ладно, не будем сейчас этим заниматься. Так, закрываем крышу, ворота, моем ноги, отгоняем машину в сторону, разбираемся сразу с документами. И уже потом идем в душ. Так, как я вам и говорил, вот эту движуху мы снимаем и просто кладем. Все, с этим разобрались. Крыша. Ой. Эх, потерял ее. Все, защелкнулось. Вот тут крючок, как предусмотрен, удобно. Раз. С разгона чуть-чуть.
Сейчас мы тебя поставим. Все, закрылась крыша. Все окей. Ставим теперь эту палочку, выручалочку обратно на место. Так. Возвращаем ее в исходный размер. Крепим, закрываем воротину. Проверяем, закрылись. Вот и все. Процесс загрузки закончен, друзья. Можно выдвигаться. Всю штору натянули как следует, как была. Все четко натянуто. Красота. Сейчас, наверное, эту ось поднимем, потому что нет необходимости, чтобы она была опущена. Груз легкий. Отдали мне документы. В итоге 3 товарные накладные. Ну, как бы, не знаю, мне транспорта и нужны при штуке. Логисту я скинул. Сейчас, пока он разбирается там с этим всем делом, я пока в душ. Смотрите, какая армия. Шинят все. Смотрят, что у меня здесь. А у меня здесь эти ушки свиные я брал. В какой-то момент так хотелось. Сейчас их угостим. Собакину. Ну, кто самый смелый? Давай, большая. Пусть пробует. Смотри, накидывается как. На, держи. Ну и банда. Покормим их и в душ. Преследуют меня, везде провожают. Охрана. Пойдемте, душ вам покажу. А вот и душевая. Ополаскиваемся и в путь как раз на логистка. Уже документы все окей, я думаю, к этому времени помчали. В общем, ополоснулись. Логист пока еще молчит. Ждем логиста. Ну и мы выехать не можем. Там как. А, хотя все, уже можем. Вот сюда переехал кран. А то прям там на дороге грузились. О, водителям этим познакомились. Большой привет Вадиму из Самары. На таком вот командоре сам на себя работает. Красавец. Сейчас сам позвоню логисту, узнаю, что как. И поедем. А перекусим пока что. У нас там гамбургер остался со вчера. Надо его раздавить. Вот, друзья, так выглядит товарная транспортная накладная. А нам нужна просто транспортная накладная, по идее. Не знаю еще, как логист решит. Все, тут у нас печати стоят, росписи стоят, расшифровки стоят. Груз 3 тонны 200 килограмм. Ну, мечта дальнобойщика, ё-моё. Такой груз. Кайф. Ждем, пока ждем. Вот сейчас закусим гамбургер, чаечком зальем, и будет кайф. Приятно. Логист позвонил, сказал, все в порядке, можешь выдвигаться, так что пристегиваемся, кондей врублен, едем, кайфуем, ну как кайфуем, едем просто пока что, надо выскочить, проскочить Жигули, Тольятти, и там уже начнется кайфы по прямой, поехали. Ссылка на Авалон в описании под видео. Выдвигаемся. Речкой. Опа. Спасибо, сказали. Да, конечно, лучше хорошо, что сегодня загрузили, чем вчера в торопях все это погрузили бы. Сейчас спокойно я вам это все показал, загрузились, и я выспавшийся, готовый, с новыми силами еду. Первая обраточка, друзья, первая обраточка. Ну, тоже такая, не самая простая, так скажем. Тоже груз, так, арматура тут аккуратненько, резину берегем. Смотрите, какая пыль, тихонечко поедем.